«Красавица» считается одним из самых известных, востребованных и любимых спектаклей из сокровищницы балетного наследия мира. Я не побоюсь этого слова. Каждый крупный театр и, конечно, каждый театр мечтает, чтобы в репертуаре театра был этот спектакль. Блестящий, красочный, фееричный спектакль с множеством танцевальных номеров, сольных вариаций, ансамблевых, замысловатых композиций. У нас участвует в спектакле «Детская школа», и мы очень рады, что сегодня получилось, что Ульяновская хореографическая школа, которая здесь находится, приняла участие в спектакле, который мы вам показываем здесь. У нас сегодня, кстати, «Аврору» исполняет балерина из Японии, которая работает у нас в театре. Вчера у нее был дебют. Первый раз она танцевала «Спящую красавицу». Очень способная балерина. А «Принца» исполняет артист, который к нам приехал из Греции. То есть вот такой у нас даже международный коллектив. В этом спектакле участвует около 160 персонажей. Костюмы у нас шились, кстати, в Москве. Из-за того, что у нас была очень плотная постановочная работа, несколько спектаклей одновременно мы готовили, мы костюмы делали параллельно. Здесь подразумеваются самые, наверное, роскошные эпохи барокко Людовика XIV. Мы постараемся сделать и показать все лучшее, на что возможно, на что способны.